Вековая усадьба Дюрингера по-прежнему ждет лучших времен. Летом студенты Политехнического университета сделали подробную фотофиксацию дефектов главного здания, выполнили замеры. В настоящее время одна из архитектурных мастерских на основании этих данных делает проект реставрации. В первую очередь специалисты сделают раздел «Комплексные научные исследования» и проект реставрации фасада. В перспективе будут выполнены проекты реставрации конструктивных элементов главного дома Дюрингера, а также появится смета. За подготовку документации в Департаменте культуры не переживают. Большую тревогу вызывает вопрос с финансированием. Не оправдались надежды на то, что на 2015 год Департамент ЖКХ включит объект в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Городская администрация своевременно заявку не подали, но в департаменте нас заверили, что дополнительных прошений, что называется, подавать не нужно будет, и они уже на 2016 год будут этот объект включать. Конечно, мы сохраним на контроле этот объект и все-таки продублируем в следующем году заявку на 2016 год. Максимум, на что мы можем рассчитывать, это на поддержку города. Насколько она будет возможна, будем работать.